Продолжается прием заявок на конкурс «Пастернаковское лето», проводимый Центральной библиотекой имени Розанова. В конкурсе могут принять участие поэты-любители всех возрастных категорий. Целями и задачами конкурса является выявление новых талантливых авторов и популяризация их лучших произведений, стимулирование творческой деятельности и реализация способностей поэтов-любителей, расширение художественного кругозора и повышение уровня культуры участников творческого процесса. Номинации конкурса: поэзия, проза, литературные дебюты для участников от 16 до 35 лет. Для участия в конкурсе принимаются не более 5 поэтических произведений и не более 4 страниц прозы от одного автора в 3 экземплярах. Конкурс проводится в 2 этапа. Первый этап – с 1 июля по 13 сентября. Прием работ. Второй этап – просмотр жюри поданных на конкурс работ с 13 сентября по 25 сентября. Подведение итогов конкурса 26 сентября. Прием работ на конкурс производится следующим образом. В электронном виде на адрес конкурса, фамилия, имя, отчество автора, возраст, контактный телефон. Либо на бумажном носителе по адресу город Сергиев Посад, улица Воловая, дом 5, с 10 до 17 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Телефон для справок 540-44-52.